Меня зовут Мальченко Сергей Юрьевич. Мы находимся на Драйзера 19, это второй филиал КНП КДЦ Деснянского района, травматологический пункт. С момента организации КДЦ я являюсь заведующим травмпункта, это ноябрь 2013 года. Вот. Ну, сейчас вкратце покажем, что тут у нас есть, что было и что есть. Принимали филиал мы, конечно, в таком плачевном, скажем так, состоянии. Все практически нуждалось в ремонте. Вот. Благодаря, скажем так, совместными усилиями коллектива нашего, не без участия администрации КДЦ и филиала, сделали косметический ремонт, если так можно назвать, и, в принципе, сейчас вы это все увидите. Значит, начинается прием пациентов с кабинета приема доктора. Принимаем мы всех практически, взрослое население Деснянского района, плюс близлежащие районы, Воскресенка, села, ну и в принципе весь город. Это кабинет приема доктора, начинается все отсюда. Первый шаг делает пациент сюда, либо сами, либо доставляет карета скорой помощи. Здесь производится осмотр первичный, оформление документации необходимой, так это у нас гипсовочная, это перевязочная. Можно зайти посмотреть. Это после ремонта, подчеркиваю, после ремонта. При полном содействии администрации, филии КДЦ, это все мы делали. Частично своими силами, ну, привлекали по посторонних лиц, конечно. Идем дальше. Это гипсовочная. Здесь накладываются гипсовые повязки, ортезы и так далее. Плитка, все это вот было уже сделано после реорганизации, когда организовалась КДЦ. Значит, отсюда пациент направляется, если нуждается в рентгенобследовании, в рентгенотделение, если нуждается в обработке раны первичной хирургической, либо там что-то еще, малооперативное вмешательство, есть операционное. Так, вы, пожалуйста, туда не заходите, так, снимите, потому что все-таки санэпидрежим вот отсюда. Вот опять же, это после ремонта, подчеркиваю. До ремонта все было в очень плачевном состоянии. Дальше пациент следует в рентгенотделение, кто нуждается. На цифровом рентгенаппарате снимок приходит на монитор доктору, идите сюда. Это все сделано тоже благодаря прямому содействию администрации нашей. Сейчас откроем снимок, чтобы понимали, что, какая картинка. Из рентгенотделения приходит сюда, доктор уже смотрит, кто нуждается, гипсуем. Уже колоссальная экономия на затратных материалах, на пленке, на растворах, реактивах и так далее. Это у нас такая система с 2015 года существует. Очень удобно. По времени быстрее происходит. Ну и значительная экономия бюджетных средств за счет того, что не надо расходные материалы приобретать, которые тоже сейчас стоят немало, скажем так. В объемах того, что мы принимаем, если в сутки, летом 40-50 человек, в среднем бывает больше, зимой 30-40, то вы же понимаете, каждый день работает травмпункт в круглосуточном режиме, поэтому 24 часа в сутки есть рентгенобследование для того, кто нуждается. Также на базе второго филиала КДЦ Деснянского района у нас работает пункт неотложной стоматологической помощи, который принимает весь город, плюс, опять же, подчеркну, близлежащие села, и взрослых, и детей. Пункт неотложной стомат-помощи. Вот он. Также работает в выходные праздники в круглосуточном режиме, в будние рабочие дни с 8 вечера до 8 утра. Вот, тоже на базе второго филиала КДЦ. Это вход в рентгенотделение, куда идут пациенты после осмотра доктором на произведение рентгенографии. Либо сами, либо сопровождает, кто не нуждается в этом, медперсонал. Кто не ходячий, есть у нас для этого каталки, соответственно, тоже сопровождает медперсонал. Вот сюда проходим. Рентгенологічне відділення філії номер 2 КНП КДЦ працює цілодобово, тому що обслуговує районний травматологічний пункт. В зв'язку з тим, що керівництво району і КДЦ у 2016 році поставили новий рентгенологічний апарат, який виконує знімки в цифровому форматі, то взагалі ми зараз не працюємо на плівці,
всі знімки попадають на сервер, сервера попадають на травматологічний пункт, а потім також попадають на травматологічне відділення і на лікаря-травматолога. І також по всьому району з сервера знімки попадають у всі установи лікувальні нашого району. Тому дуже гарно виходить, що це трошки здешевшило обслуговування рентгенологічних хворих в такому плані. Значить, нагрузка дуже велика на рентгенологічне відділення, майже з травмпункту йде 50-60 літом людей, а взимку і до 120 буває. Це пульт управління, на якому є всі показники. І якщо треба швидко зробити, то є завантаження на людину і зразу вискакають нові показники, поки яким треба робити рентгенологічне дослідження. Кіловольти, міліампери, міліампер секунди. Знімки попадають на сервера, попадають на екран, де можна з ними робити все завгодно, збільшувати, зменшувати, давати різну контрастність, інвертувати, повністю проводити обробку, вимірювати, що треба і все. Знімки любої області, яка є, можна тут подивитись. Така картина на п'ятому поверсі, на першому поверсі і також у всіх лікувальних закладах нашого району.